Конкретных результатов от украинских правоохранителей ждут также Евросоюз, Большая Семерка и ОБСЕ. Безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине, заявил Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Он отметил, что власти обязаны обеспечить эффективное расследование громкого дела и защитить медиа. Наказать виновных в убийстве Шеремета призвали и послы стран Большой Семерки. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов. Это преступление не может оставаться нераскрытым, считает также посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.